И я мрал. Я, наверное, трезубец брать не буду. Трезубец очень полезен против боссов именно на поздней стадии игры. Так, что тут алхим. Кстати, милишник. Барабаны. Еще. Ну все, хватит милишников. Коса есть. Что, бери то, что брал, а я возьму еще хила. У нас 2 ДК, один пацан с молотком. Или один ДК. ДК. Ну, в принципе, это лучше, чем в прошлый раз этап. Не, ну у нас 2 ДК. У нас достаточно нормально. Анде тоже друида взял? Нет, я друид. А Добрый Андед у нас где? Добрый Андед это там. Бессерк, потому что ты был на слоте, а это слот был типа для заказчика. То есть там, ну ты понимаешь, там все злоты, слоты по сути забиты. Там Амбрелла на сегодня слот купил, там заказчика слот. Ареса слот, вся такая хуйня. Без серксори, но... Там один из последних был, типа. А чё у меня, кстати, скиллы делают? Риджу его просто, хил. Вот два хила проще будет. Намного. Но у нас, с другой стороны, дамаги намного меньше. Барабаны, по-моему, хуйня. Не, ну он кучу ауру дает, но в целом он хуйня, насколько я помню. Ну понятно, что Риджув не стакс, но Риджув на много людей будет. То есть там есть еще спел, который талант, который Риджуву на врагов позволяет кидать в любом случае. Будет две заливки маны, у друида уже заливка маны, насколько я помню. Короче, друиды вообще полезные. Привет, па. Бать, конечно, друль наваливает. Вот, у Приста и у Варлока. Ищи шмотки себе.
Да, кастер и суппорт там подписаны надписи. Не пиху, я буду заливочку кидать. Очень много АОЕ, конечно, друид делает. Так, там добро вот это пиздит ногами. Второй танк туда иди. Разделять дамаг будешь. Ну, мне говорили, что по версии, которую мы в тот раз играли, это старая версия, в ней тролль имба. В этой он типа не такая имба. Там на вас сон кинут, кстати. Руины. А, у нас танк умер. Ну, блять, ну охуенно распределяем дамаг, пацаны. А чё так охуенно-то? Пацаны, назад, назад. Где у нас рез от этого? Руинера. Давайте потанкую с Риджувой, конечно. Дарк Энджел, живи. Живи, сика. Я не знаю, ну тупо руины инвалиды. Я не знаю, что так плохо отыгрывают. Беги, блять, ебаные сетки, конечно. Я вот думаю, что мне, стоит ли вообще на хилку ману тратить или на Старфол оставить себе. В принципе, мелких мурлоков мы пока танкуем, да? Главное большого убивать, по сути. Это не страшно все. Бейте большого, мелкие потанкуются более-менее. И я пошел, короче, резать. Знаю вас, руинеров. Пойду резать. Мало ли вы там от босса умрете. Ну не должны, по идее, не подкатят. Но все равно. Уж перестраховаться. Какие-то базовые хотя бы сапоги купить на инту полезные. Мана Риего, да, 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 да. Кстати, наверное, надо купить. Что без них тяжело. Руины, вы стоите, по два танка проходит. То есть сверху стоит танк с молотком, танк с мечом. Снизу стоит танк с мечом и... кто там, с катанами или с кем? С лезвиями, короче. То есть по два милишника проходишь, чтобы дамаг распределялся между вами. Руины, поняли? Да, сильно далеко тоже не выпирайтесь.
стойте так, чтобы проход закрывать. То есть вот это место чем плохо? То, что тут широкий проход очень. Я, скорее всего, себе буду ману заливать, но если вам сильно нужна мана, тоже можете кричать об этом. У меня есть заливка маны. Нормально, лучше, мне кажется, чем в прошлый раз. Ну, на муроках там затупили. Сейчас, мне кажется, получше должно пойти. У нас, в принципе, да, дамаги немножечко не хватает. Но это такое. Батя, это что за чел 940 хп, блин? Прошел и пиздит. Нормально. Там сразу можете изучать таланты, какие есть у вас, чтобы не тупить потом. Они на 8-м вроде левеле даются, или первый, не помню на каком. Но у вас в книжке есть. Пока ничего, копите, короче. Вот там есть Польша, но в Сафете 250 голды стоит. Оно инвул дает на несколько секунд. То есть если нам жопа придет, то оно очень поможет. Блинк сейчас, Dark Angel. Блинк, по-моему, вот второй, который золотой такой. Второй ряд. Там Варриор токен выкинул. Второй ряд, второй сапог, блин. У нас, в принципе, из монов достаточно много. Некр, два друида. Так, а что у нас с крабоссом? Да, вот сапог на блинк очень полезен на самом деле. Очень полезен сапог на блинк. А что тут, рандомные волны, что ли? Потому что я этих духов не помню. Мы переработали эту карту получше. Ой, там нас одного танка забрали, что-то они рили очень жестко дамагают. Аккуратнее, пацаны, аккуратнее. Так, у нас есть еще правый проход приоткрылся, если что, туда можно будет съебать. Так что не забывайте, что некоторые волны придется кайтить. Почему у нас некр не ресает этого пацана? Неужели некр там с какой-то
какого-то левела резает только. По-моему, да, да. Сразу он не резает, ну ладно. Ой-ой-ой. Аккуратнее, не становитесь вперед слишком близко, там очень жесткий урон. Отходи, отходи, Амбрелла, отходи. Это что-то 150 маны стоит. Не, если мы никак не успеем уже. Абсолютно. Чё там? Ворона? Подожди. А чё он делает? Где он вообще? Да. Кастинг. Блин, защит, но мы там спал. А-а-а. Не, ну по ней полезно, ну блин. Но он слот забивает, дорогой. Прикольно, конечно, дороговато. Привет, Бихат. Так, а мы тут можем? Нет, мы тут, кстати, не можем через друг друга проходить. Так, Dark Angel, иди в нижний проход, Крабосс. Ты же не супер танковый. Медведик стоит. По-моему, медведь большой очень сильно наваливает, поэтому аккуратнее надо с ним. Блин, с такой кучей говна не видно даже, блин, где союзников, кто, где что. Боже, блин, жижа ебаная, конечно. На что ты ману тратишь, а? У нас полезные спылы. А у тебя? Блин, надеюсь, мне 50 голды дадут сейчас на выбор. $25, ну такое. А тут, кстати, можно передавать. Так, где-то там брала руины. Вот.
А нет, нельзя тут. Кстати, почему-то голду нельзя в этой версии передавать, лол. Не, не работает. Кстати, появился массовый хил здесь, что аккуратнее, там что-то кастуется под амбреллой. Или это у него аура такая? Брала тупо там. Сапог? Бутс. Он мужик сапоги продает. Блин, сапоги покупать тоже получается, или на жир, чтобы не супер быть хлипким, даже не знаю. И, наверное, на жир тоже куплю, чтобы не отлетать вообще от любых фичек. Чорис. А какие есть, я не знаю. Ты что-то писал? То есть я не знаю, какие там есть ауры на выбор вообще. Буина. Ой-ой-ой.
Ебать, там тупо ваншот. Аккуратнее, пацаны, это хуйня. Стреляет, я манал. Это, этой волны я не помню. Корни вот эту хуйню можно сдать? Можно. Так, я хилю всех. Не, ну прикольная волна. Я помню, что ее раньше -то точно не было. Так. Корняху не атакует, кстати. Если что. Держу в курсе. Хотя у корней тут намного больше КД стало почему-то. Сколько сапоги стоят? 600 голды, блин, это дорого, блин. Дорого. Чё, Арес? Что, ну напиши в чат, я просто не вижу, тут очень много всего происходит. Может кто-то шарит в этой карте и подскажет тебе ауру, потому что я просто не знаю, что нам нужно сейчас. Вон Enchanting Fire, руна, которая что-то делает полезное. Посмотрите и кому надо, возьмите. Ну, лайфстил, я думаю, не нужен нам. Скорость атаки, либо... Наверное, скорость атаки, я хз. У тебя не очень полезная аура, я так скажу, капка. Монориген, кстати, хорошая. У нас мага нет на монориген. Что это за горгули? Я ее раньше не видел, горгулю эту пожилую волну. Аккуратнее. Блин, амбреллу зажали, амбрелла аккуратнее. Рабос. О, выпрыгнул, молодцы. Назад, Александр. Поэтому. Бетра не знаю.
Пока нет. Не, он тихий, не знаю. Я просто что-то не горю сегодня. Руина, кабанчик. Кстати, таланты выдали, пацаны. Всем по таланту выдали. Блин, ну это имба просто. Аура тоже очень хорошая. Усиление ауры. Я, короче, ауру возьму. Этот. Руина. Файер, ты чё из плюса взял? Над руля. Я думаю, мне ауру брать улучшенную или нет? То есть нам нет смысла две ауры улучшать. Маскорня. Ну я тогда ауру возьму. Наверное, 90 секунд на транквилле тоже очень сильно, мне кажется, хуже. Может, профессионал в этой карте как-то. Маскар корни тоже хорошо, конечно, но КД большое лучше. Не выходите сильно, Dark Angel, ёбаный рот. Ты сейчас умрёшь, Dark Angel. Dark Angel, блядь. Ебанутый. Чё вы это? На снизу танки просаживаются, капец. Руинеры. Так только начало волны, они уже просели, пиздец. Осторожней, транжовая волна, тут нужно не сильно высовываться вперед. Аккуратнее надо быть. Сначала тут зачистить, потом там зачистить. Это босс. Сейчас, мне кажется, придется руины резать. Выбегать нахуй. Dark Angel, беги, беги, чё ты не бежишь, руины? По руинерам. Не, я, короче, поехал отсюда. Ебать! Чё мне так много снесло, блядь? Рез срочно, рез. Нет, кто там? Кто у нас негр? Где рез? Где рез? Во, пушной молодец, купил тапочки на блин. Все. Подожди, не резай, пока их не убьют, потому что. Ой, он портал открыл. В портал заходите, ёбаный рот. Подождите, пока они оттуда уйдут, блять, ебаный морф. Пушной на него нужно навесить это паразита ебаного. Портал не закрыт никак. Портал тупо заронил, мне кажется. Слишком близко вы портал открыли. Портал сумонит вот сюда вас. Амбрелла, беги, кайти, кайти, хилку пей, хилку пей, хилку пей. Побеги, прыгай куда-нибудь. Ты куда идешь, Dark Angel? Ты ему никак не поможешь.
А чё он такой медленный? А, вот эту хуйню я не заметил, наверное. Она очень странно выглядит. Там 100 маны на камне, если что. Ну, или мы очень сильные. Да тут не таргетный рез, вот именно в чем проблема кабанщик этого камня. Бать, руины тупо сагрились на себя. Но он выжил. У нас хил хотя бы выжил. Теперь можно подхиливать руинеров. Главное, чтобы он сбежал нахуй. Корни есть, корни на босса. Корни на босса. Если он за тобой идет, корни на босса. Кинь просто. Хили руинеров. Куда ты побежал, Dark Angel? Рабос. Не заткнитесь вместе. Сейчас вы закроетесь с двух сторон. Они с двух сторон вас окружат. Руины. Аккуратнее. Блин, я не люблю на самом деле PvE арены вот из-за такого нахуй говна. Не знаю, потому что я куда-нибудь, блин, конись. Он тебя выебет сейчас. Нет, кстати, не переагрывался. Ой, меня резнули, кстати. Так, давайте я вас похилю, руинеры, иди сюда. Вот убейте одного мелко, а их тут несколько, но все равно. Все равно нормально, сейчас их залью ауешкой. Странно, что когда я в нее уязвь, нельзя на себя реген маны кидать, очень неприятно. А, заперли, заперли! Ну дураки! Снизу пробивайтесь, снизу пробивайтесь. Я пойду хилить сейчас вас. Сейчас приду хилить. Аккуратно, аккуратно. Расходимся, расходимся, Амбрелла. Эх, поздно прыжок. У меня сейчас инвул откатится. Там, кстати, КД еще. Ой, говно за мной побежало. Нормально, нормально, они все с одной стороны. Босс, правда, ебет пиздец жестко. Амбрелла, 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 амбрелла. Не стой на месте, руина. Прыжок сразу давай. Джокер, здорово. Добро пожаловать. Приятного просмотра. Так, я тут что, залью их немножечко. Вообще нормально. Плохо, что у нас мага нет, конечно. Тоже очень плохо. Не танкуй так, рабос. Сильно. Ты ж оттуда не выберешься. А, нет, выберется. У него, блин, есть. Набрали. Так, а теперь мне надо нахуй бежать отсюда. Я, в принципе, этих двух смогу забрать. У меня есть пеньки. Думаю, пеньки одолеют их. Ой, блядь.
Они агрятся сюда, пушной. Говно сюда агрится. Это что там? 100 маны, кстати. Кто-то резнулся. Вот не люблю я за это. Бесконечно кайт, бесконечно бегать, не люблю за это. Давайте соберемся и разъебем их уже. Аккуратно. Испугался очень рано испугался. Так бы могут допилить всех оставшихся мелких элементалей. Я сейчас допилю их как раз Кивен Вули. А где пушной паразит на боссе? У тебя должен быть перк на бесконечного паразита. Ты вот как кинул, он должен был типа тикать все это время. Руина не купил себе зелье на инвул, поэтому страдает. Ой-ой-ой. Что-то я тут переоценил себя и пеньков своих. Беги, Амбрелла, беги нахуй оттуда. Если бы тут был таргетный рез камни, это было бы намного проще. У меня такое впечатление, что они хилятся, блядь, нет? Я сейчас, кстати, умру, блин. В теории. Нет, не должен. Да идите нахуй, товарищи. Что-то они быстрые такие, пиздец. О! Нет, это арест всего лишь. Я подумал, что там не руина, а там руина резкая скатка. Мы уже затащили. О чем-то. Это не самая сложная волна. Банчик, не знаю. Смотри сам. Изи. Зейш. Без амбрелла мы бы давно уже слились, мне кажется. Я вот за что-то лично куплю себе сапоги. О, эскапет неплохо. Следующая у нас, сказать, что будет, посмотрим. Гаргули какие-то пожилые. Ну, по логике нам надо слиться, потому что мы его не успеем сыграть, папа.
Сейчас как раз какая-то сильная волна должна быть. Да, я знаю, что это пьет ДК. Что-то они какие-то не очень сильные. Ой, а чё, гиганты какие-то здоровые, блин. Аккуратнее с ними, мне не нравится уже. Ну, вроде пока просто очень. Может, тут босс ебанутый. Бать, там снизу прорвали ебаную оборону. Ну чё, руины? А, они сбивают каст или что? Или мне показалось? Ой, аккуратнее, шарики. Шарики, отходите, если увидите, что другие мешают пройти, тоже отходите. Поняли? Так, вот сюда вот, допустим. Ой, блядь, меня все равно задело, сыка. Аккуратнее, тут нужно выпрыгивать уже, мне кажется, нахуй. Меня все равно задевает, сука. Надо выпрыгивать отсюда, нахуй. У меня сейчас откатится инву. Надо валить отсюда, мы тут в плохой ситуации очень. В очень плохой ситуации. Где руина? О, ну, руина выпрыгнула. Все-таки, блин, сапоги на блин куда более... Правильная тема, мне кажется, особенно для РНЖей. Прыгай, ну, крабосы. Чё ты их резаешь? Инвалиды. Ну, эта волна простая, она просто не надо стоять на месте в ней, потому что вот эта хуйня, она намного больше АОЕ, чем должна. То есть не ровно в кругляшке, а намного больше АОЕ там. Аккуратнее просто будьте. Между ними нужно стоять совсем. Это несложная волна, по идее. Тут только босс представляет себе опасность своими взрывами, по сути. А, ну и станы. У них есть станы, кстати, это опасно. Тут, по сути, место самое хорошее левое, да, но без разницы. Без разницы где, типа в узком месте вот этот босс ебёт всё живой. Тут нужно именно кайтить было. Нужно было как понять его обилку, сразу куда-нибудь выходить. Руина на друиде, не купил себе штуку. Что он здесь, блин? Друиду либо инвул хотя бы купить второму, либо блин. А, ну у тебя же есть ботинки на эту хуйню. Он, в принципе, загрел на себя мелких, пока держится. Пушной крабос. Я не знаю, как он у тебя называется. Сейчас, пушной. Вот, у тебя первое. Contagion. Паразит Last Forever просто.
То есть ты вешаешь паразита, и ты можешь кайтить бесконечности. Он не будет спадать просто никогда. Это обязательно возьми следующим перком. Если мы, конечно, не сдохнем прямо сейчас. Кразмер, я не знаю эту карту, я в нее играл раза 4, то есть я не знаю все волны, все эти штуки. Тут чуть-чуть Амбреллу не сожрали. Рудин, я же говорю, мне все ПВЕ такие арены не нравятся, именно тем, что до хера кайтить мобов надо. Адекватно задефиться не всегда получается. Кто-нибудь постоянно умирает, и вот это бесконечное бегание выходит. Да я знаю, что типа тут есть рез, там есть что-то еще, тут есть флаг. Тоже вон какая-то хуйня есть. Фонтан. Вон. Запиц какая-то хуйня. Ну тут тоже флаг какой-то есть. Я не знаю, что они значат. Я не шарю в этой карте, чтобы знать, какая из них. Просто тут. Тут можно стоять, да? Но тогда в целом все будут уязвимы в АЕ очень сильно здесь. Тут проходы достаточно широкие, то есть ты не можешь потанковать. Тут тоже, то есть вот это самое оптимальное место, его можно более хорошо использовать, более закрыть. Ну конечно тоже от АОЕшек, которых сложно задоджить, можно грести. Ну, я считаю, Кразмер, лучше дефнуть хоть как-то волну, чем сдохнуть в хуёвом месте как-то. Ну давай, то это мы это пройдем, я думаю, сад все-таки. А вот на следующий надо сливаться уже. У нас даже тут фулл маны нету. Видишь, 1200 из 2500. Ну, по руины, конечно. Мне не нравится. Мне не нравится то, что... Когда ты умер, ты должен такой сидеть и ждать, пока тебя резнут, ты даже не можешь отойти. Потому что если ты отошел и тебя резнут в этот момент, ты типа такой помогаешь команде слиться теоретически. А, ну и вообще, вот это очень увлекательный геймплей бесконечных кайтов, когда осталось мало людей. И урона по боссу, ну очень мало вносится, блин. Такие жирные, капец. Тебя никогда никому не...
Да рисать тут не надо. Там 100 маны, лучше на следующего босса оставить на самом деле. То есть мана тут достаточно долго рисается. То есть там могло 200 маны накапать за момент окончания матча. Размер, мы так доходили до предпоследней волны кайфами. Да, проиграли, конечно. Брите тут, пожалуйста. Блин, дайте 3 голды, срочно надо. 3 голды надо, пацаны. Как тут передать голду? Не хватает. А мне писать надо? Кого? Луан? Блять, да мне 3-то надо. Я не успею, мне кажется. А, ну да. Не знаю, в прошлой, по-моему, версии можно просто было скидывать, это было удобнее. То есть какую-то хуйню придумали. А, ну тролли, все, конечка. Это точно конечка. Это просто 200% конечка волна. Ваши долгожданные тролли. Тут нельзя умирать. Вообще. Если кто-то умирает, то босс бафается. По атаке и, по-моему, по регену, что ли, даже. Потому что дамагеров мало набрали в влажные усики. На этом висит. Ой-ой-ой, аккуратно. Аккуратно там говно ебучее вышло. Босс ебанутый. Надо тоже, наверное, уходить потихоньку с этого места. Потому что я не представляю, как там это танчить нормально. Я ж хилку сдам. Так, все, выходим, выходим отсюда. Выходим, выходим. Руина сдох. Там же босс, аккуратнее с боссом-то, блин. Руины. Я же говорил, 100 маны нам пригодится. Ну куда ты? Там тебя тролль ваншотнет нахуй. Аккуратнее. Там босс супер много урона наносит. Да и мелкие тролли тоже дохуя. Ну чё вы рискуете? Вы как бы умираете, вы повышаете атаку боссу. И меньше шанс, что мы вообще сможем что-то с ним сделать. Плюс 1200 атаки уже, ну охуенно. Что я могу сказать?
игре все это ГГ нахуй. Мы в то же место, блин, пришли, аккуратнее, оу. Там крабосы, блин. Хилю, руинеры, хилю. А где босс-то ходит? Босс там? Застрял. Босса плюс 2000 атаки, ну. А на нем почему паразита не висит бесконечного? Нам не убить его. Без этого. Все. Да не-не-не, забейте. Тут можно сливаться нахуй уже. Этот руина стоял, что-то не смотрел на карту, что там пришли тролли и отъебали его. Слишком много руинеров. Бля, это одна атака, это смерть. Он хочет замахнуться в меня. У меня тут стопает кабанчик. Сика такая. Кабанчик, чё ты такой медленный? Ля руина. О! Попал, блядь, в голову. Ну кабана что-то зарунил, пиздец, он медленный. Можно нахуй выходить, я думаю. Ну тут никак не убить уже. То есть как-то можно, но, блядь, это хуйня все. Карта? Орки гладиаторы. О, а тут тролляка вышел. Оп! Оп! Второй топорик в голову. Да ты чё? Да нет, это смешно. Отдаемся нахуй. Хватит бегать. Да не поможет вам рез уже. Расфидели его. Руины. Не знаю, что они бегают. Руины.